Войска Западного фронта закреплялись на достигнутых рубежах и занимались перегруппировкой своих соединений. Огнем пехоты и артиллерии уничтожили 1500 немцев, 16 танков, 9 минометов. 27 человек взяли в плен. На Брянский фронт подвозили боеприпасы и горючее. Командование проводило перегруппировку войск. Активно шли воздушные бои. Нашим летчикам удалось сбить 8 вражеских самолетов. Войска Центрального фронта вели разведку и огневой бой с противником. Вражеская авиация бомбила 65-ю армию восточнее Севска. 5-я гвардейская танковая армия подготовила ночью переправы через реку Уды и с рассветом перешла в наступление. К вечеру освободила поселок Коротич. Боевые соединения Степного фронта продолжили наступление на Харьков. Им удалось продвинуться на несколько километров и овладеть окрестными населенными пунктами. К вечеру командующий дал приказ о ночном штурме Харькова. Итоги 49-го дня Курской битвы. По данным Совинформбюро, 22 августа на всех фронтах наши войска уничтожили 85 немецких танков и 134 самолета.